Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2026 года. Условия акции позволяют оформить в собственность садовый или жилой дом с минимальным количеством документов. Для регистрации строения достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана. В Московской области насчитывается 62 точки приема и 42 консультационных центра Мособл БТИ при МФЦ. Найти ближайший к дому можно на сайте.